думаю, ты лучший герой в округе. Я хочу пиво. Мне бы пиво. Неплохо бы пивка. Пиво, если не возражаешь. Большое спасибо. Пиво, если не возражаешь. Ты пиво, если не трудно. Готов помочь. Что-нибудь прохладительное. Меч не хочешь? Здравствуй, тысяча привет! Барт вас славит! Подвиг твой! Хочешь стать известен? Сила правды, мощь любви. У него, видать, в крови. Кто на свете всех добрее? Угадайте же! Откуда он? Но время шло. Известно. Пришелся. Проскользнул. Ты одной из... И в паре. Ухо. Плесни пивка. Это просто зор. Господин, вы в порядке? Привет ему. Он просто идеален. Готов помочь. Трактир! Превосходно, не так ли? Аватар? Откуда такое странное прозвище? Сыграй в пары! Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Ведьмин лес поистине странное место. Жуткое. О, привет! Что ты сделал? Он предел моих мечтаний. Знаете что? Это, наверное, мечи, топоры.
Пожалуйста, помни о наших законах. Могу я вам что-нибудь посоветовать? Спасите! Вы не будете разочарованы. Пришли сделать покупку? Вот и получ. Поздно рано, однако. Сэр, надеюсь, все хорошо. Ха! Вот ты показал.
Пожалуйста, помни о нас. Налей что-нибудь. Да что угодно. Ты крут! Мне бокал пива, и чтобы в нем был зонтик. Готов помочь. Лучшие цены, ну или типа того. Очень тронут этим. Какой мужчина! Готов помочь. Лучшие цены. Ну или... Подвинь-ка нам пиво, пожалуйста. Самое лучшее.
Тебя зовут Аватар, правда? Ты мог бы достать мне обручальное кольцо? Ты просто чудо. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Ведьмин лес поистине странное место. Жуткое. Пришли сделать покупку. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Ведьмин лес поистине странное место. Ой! Ты им показал! Сэр, надеюсь, все хорошо. Thank you.
Я не открываюсь на первом свидании. Съев уж... Пришли сделать покупку. Рад вам услужить. В ведьмином лесу лучше не задерживаться. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Дайте догадаюсь. Рад вам услужить. Thank you.
еще хочешь? Что-то... Какое мастерство! О, ты умеешь обращаться с дверью. Для тебя я всегда... Ты меня так обрадовал. Аж камушки на глаза наворачиваются от... Какое мастерство! Да! Знаменитый Таймасун! Ух ты! Thank you.
там враги. Ты сдохнешь. Не могу на это смотреть. Быть начеку. Какое проявление силы! Да. Встреться с археологом.
Я хочу пива. Я хочу пива. Налей выпить. Да чего угодно. Колбасу. Налей что-нибудь. Пивка. Приветствую. О, слышала. Эй. О, налей. Привет. Эй. О, привет. Гасим свет. Ложимся спать. Приближаемся к статуе Мейза. Слыхал я. Мне нравится, как он выглядит. Thank you.
Thank you.
тоже. Ух ты! Продолжай в том же духе, хозяин. Ура! Его зовут Колбасун. Пожаловать в капище Скорма. Здесь всяк молящийся может испить яда чистого зла. Желающий сделать взнос? Ты пришел без подарка. Возвращайся не один и получишь награду. Ты получишь награду, лишь если приведешь нам новые жертвы. Он здесь.
Вряд ли тебе захочется надолго задержаться в ведьмином лесу. Каково интересно было бы зваться миссис Колбасун? Вы герой! Слыхал я тебя. О, привет! Пиво! Большое спасибо! Я думаю, он мне нравится. Колбасу! Спасибо. Мне он нравится. Сразимся бок о бок во имя добра. Добрый день, герой. Если тебе нужен товарищ в борьбе со злом, возьми меня. Прекрасно. В труде моя доблесть. Когда... Ты выбрал верный путь в жизни. Я уверен. Просто не могу перестать думать о тебе. Hey. А я вот сегодня свободна. Пошли. Вместе мы низвергнем зло на колени. Я за тобой. Ах.
Защищайтесь. Ты хороший командир. Вот да! Я тебя прикрою. Знаменитый колбасун. Продолжай в том же духе. Ух ты! Нормально! Какой мужик? Еще раз. Мой милый. А ты, наверное, и есть тот самый колбасун. Нам бы пиво, пожалуйста. Все хорошо, колбасун. Я все время о тебе думаю. Но почему? Hey. Почему он все не возвращается? Что я могу для вас сделать? Тебе не нужен кто? Спину прикрывать. Если тебе нужен, тогда займи... Бегу!
сразимся! Сейчас будет бойня. О, сэр! Надеюсь, вы в порядке. Приветствую тебя в капище Скорма. Приноси мне жертвы, и я стану награждать тебя чистым злом. Новые спутники. Хорошо. С моим создателем встретится твой спутник. Жребий брошен. Способ жертвоприношения определен. О, да. Здесь нужен веревочный аппарат. Твое подношение не столь щедро, как мы хотели бы. Ты пришел без подарка. Теперь уходи. Придя без даров, ты оскорбляешь нас. Который может взять лишь настоящий герой. В ведьмином лесу есть храм, якобы наделяющий духовными силами пилигримов, но учти, бывают и ложные боги.
распахнусь лишь перед тем, кому известно мое имя. Если тебе оно известно, коснись волшебных ты камней. Лишь одному известно имя, но ты его найдешь едва ли хоть до... Сразимся бок о бок во имя добра. Эй, герой, хочешь узнать имя брата? Я тебе скажу, если дашь мне что-нибудь ценное, такое, скажем, красное и блестящее. А иначе придется тебе самому. Из ничего. Я знаю тайны имя двери. Х-И-Т. Знаменитый колбасун. Эй! Ни пуха, ни пера. Посмотрим, как герой справится. Хьютович знал, чего делает. Ничего, в другой раз повезет больше. По-моему, тебе не хватает силы. В другой раз повезет. Да ладно, дадим парню шанс. Не видишь? Он все, что мог, в это дело вложил. Постой. Ни пуха, ни пера. Посмотрим, как герой справится. Ах ты ведь! Жалко. Не получилось пока что. По-моему, тебе не хватает силы. В другой раз повезет. Подожди немного, герой.
Эй, да ладно, дадим парню шанс. Смотри. Эй, бочек не видишь? Он все, что мог, в это дело вложил. Постой. Не видишь? Он все, что мог, в это дело вложил. Постой. Не видишь? Он все, что мог, в это дело вложил. Постой. Эй, не видишь? Он все, что мог, в это дело вложил. Постой. Давай, ты сможешь. Тебе нужен свежий воздух и упражнения. Сразимся бок о бок во имя добра. Добро пожаловать в храм света. Здесь моя паства превозносит меня. Желаешь ли ты вославить меня? В обмен на жертвы дарую я благословение пастве. Горние силы благоволят дарам твоим. Блаженно счастье, дающий допоздна. Сразимся бок о бок во имя добра. Добрый день, герой. Если тебе нужен товарищ в борьбе со злом, возьми меня. Если перейду... Сразимся бок о бок во имя добра. Благословение свой. Тебе бы нужно позаниматься Тебе бы нужно позаниматься физкультурой. Превосходно!
Свобода! Превосходно! О, да! Ой, ой! О боже! Ой! О боже! Нет, прошу! Ой, ой! Какой? О боже! Ой, ой, ай! Ух ты! Какое мастерство! Ух ты! Какая мощь! Какое мастерство! Какая мощь! Какое мастерство! Ой. Какая мощь! Ой! Ой! Продолжай в том же духе! Ух ты! Какое проявление силы! Да! Продолжай в том же духе, хозяин! Ух ты! Его зовут Колбасун. Ой! Ой! Знаменитый Колбасун. Thank you.
Так. И так. С. Догадался, как меня зовут, умник. Ну, заходи. Разыскал меня. Просто замечательно. Если ты меня нашел, значит, и они могут. Зря я взялся за изучение мест средоточия. Хотя откуда мне было знать, что Джекими тоже интересуется? Да-да, Джек из тени. Послушай, объяснять мне некогда. Если хочешь, прочитай мой дневник. Мне он больше не нужен. А я, с твоего позволения, пойду. Тут мне теперь небезопасно, благодаря тебе. Значит, археолог жив. Это хорошо. Благодаря тебе он будет в безопасности. Ты должен вернуться в гильдию. Тебя ждет важное задание. Похоже, что в Ноутхолл Глейд неприятности. Зайди в гильдию за заданиями. Ноутхолл Глейд осаждают оборотни. Возьми задание с... Ура! Ух ты! Эй, в чем дело? Где клятва? В чем дело? Просто пойдем. Ух! Клянись! Ура! Ура! Дерзай, герой! Ты справишься. Продолжай. Ура! Каково интересно было бы зваться миссис Колбасун. Чудно. Знаменитый Колбасун. Эй. Мы могли бы встретиться позже. Ты справишься. Нас всех убьют! Мы тут погибли!
пожалуйста! Мы тут погибнем! Как же вы можете? Пожалуй, сейчас тебя можно впустить. Только входи скорее, вдруг там еще оборотни. Оборотни! Чтоб им пусто было. Сколько лет я тут вождем не видал такого. Мы бы, может, и справились. Да вожак у них появился. Белый оборотень. Заходит в деревню и убивает, кого захочет. О, я что-то слышу. Тварь, похоже, напала на склад возле вон того холма. Слишком уж толстая у этого зверя шкура. Раньше жил в Нотхолл Глейд великий охотник. Погиб в бою с последним белым оборотнем. Жена его до сих пор живет в одном из тех домов на холме. Если кто и знает, как эту тварь ранить, так это она. Да! Ух ты! Здравствуй, тысяча привет! Барт вас слав... Хочешь... Все же от него. Одно время извишу. Первый рот. О, та же. Тебя поджидала? И откуда ей знать, куда мы идем? Он ведь опять приходил, да? Я не желаю ему смерти, но все зашло слишком далеко. Что за чушь ты несешь, женщина? Белый оборотень. Это мой муж. Бывший. Оборотень успел его укусить, и он постепенно превратился в того, на кого столько лет охотился. Какое-то время он еще мог держать себя в руках, но теперь от него прежнего ничего не осталось. Это сигнальный рог. Они снова напали. Мой муж ходил на белого оборотня с серебряным оружием. Возьми, избавь его от страданий. Thank you.
10 раз теперь подумает, прежде чем на нас нападать. Он удирает. Мы его можем ранить. Мы можем его убить. Говорят, он живет у ведьминого озера. Принеси мне его шкуру, и я тебя награжу. Он ушел. Попробую. Если ты ранишь лик мой стрелою, настежь раскроюсь я пред тобою. Силушки тебе не занимать. Приятных впечатлений. Чудесно. Такое спокойствие. А, да!
Эй. Не улавливаю. Эй. Не улавливаю. Эй. Извини, не понимаю. Эй. Не видел подобных. Не улавливаю. Эй. Нормально. Извини, не понимаю. Жуткий белый оборотень терроризирует Нотхолглейд. Нормально. Говорю вам, хозяин, нам жутко повезло. Да! Здравствуй, любовь моя. Да. О, привет. Ура! Эй. Ты сегодня занят? Эй. А я вот сегодня свободна. Чудесно! Отлично! Он предел моих мечтаний. Знаешь, я просто не могу перестать думать о тебе. Все хорошо, Колбасун? Ты просто чудо. Тебя ведь все равно поймают. Не знала, что ты преступник. Стража! Он само что? Совершенство. Ура! Ура! Его зовут Колбасу. Рад вам услужить. Белого оборотня надо остановить. Пожалуйста. Да! Иха! Да! Да!
Его зовут Колбасун. Чудесно! Да! Чудесно! Доволен собой, не так. Налей пивка. А я вот сегодня свободна. Пожалуйста. Ура! Большое спасибо. Налей что-нибудь. Да что угодно. Ха-ха. Мне бокал. Я думаю, мне пиво. Однажды я выйду. Я все время о тебе думаю. Вернулся. Причем живым. Мы слышали страшный вой и боялись худшего, но, как видно, ты одолел зверя. Я думаю, такой герой, как ты, достоин сражаться на арене. Должно быть, когда вернешься в гильдию, тебя будет ждать приглашение. Да, и кстати, насчет гильдии. Оттуда пришло письмо. Это от твоей сестры. Надеюсь, новости хорошие. Зайди в гильдию за заданиями. Возьми задание арены.
Это должно быть наставник. Береги себя. Thank you.
сам старина наставник. Пощады не жди. Смотреть в оба. Вон там! Пожалуйста, спасите мою жену. Ее поймал оборотень. Скорее, она тут внизу. Идите за мной. У меня не было выбора. Передавай Скорму привет. Не думал, что увижу такое. Нехный. Вам помочь? Ну же! Вылечь. В атаку! Интересно, а куда делся этот... И что все это значит? У меня не было выбора. Ой, ой! Меня шантажировали. Я ничего не... Но спасибо. Вот, возьмите за... Сразимся бок о бок во имя добра. Отлично. О, да! О, да! Эй, подожди! Не видишь? Не видишь? Подожди немного, герой. Подожди. Смотри, как тужится. Подожди немного. Удачи! Хватайся как следует!
Ух ты, сила-то великанская. Надо скорее вождю рассказать. Сразимся бок о бок во имя добра. Храм света поможет. Ой! 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 Послушаем! О, да. Ура! 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 Его да! 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 Уху! Ура! Удачи, красавчик! О, да! Туда я отправлюсь. Туда я отправлюсь. Туда я отправлюсь. Ла-л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 а. Эй. Мы могли бы встретиться позже. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы все так взволнованы этой встречей. Ура! О, да! Превосходно! Ух ты! Ла-л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 а. Меня переполняет чувство. Это прелестно. Может, продолжим наше приключение? Да! Можете что-либо посоветовать? О, да! Да! Не улавливаю. Чудесно!